И сегодня мы едем в Дахаб смотреть... На рыбок! На рыбок! Да. Поехали! Все с нами! Начинается наше путешествие с плавания на... На батискафе! Оказывается, наш Тимофей капитан! Парашюты! Класс! Тима, ты курс знаешь какой? Ты нас правильно везешь? Да? Красное море, но оно такое голубое! Мы попали в подводное царство! А мы Нептуна увидим или нет? Какие огромные рыбы! Целая семья! Папа, мама, малыш! Какие красивые! А вот эти маленькие за нами все время бегут. Видите? Как маленькие пчелки. Маш, смотри, это маленькие пчелки. Подводные. Тим, ну что, нравится тебе? Класс. Ты много уже рыб нафотографировал? О, какие огромные. Грибы под водой. Маша, это что, подводные грибы? Да. Дети, ну что, понравилось? Да. Дальше наше путешествие продолжается где? На яхте. Да. Класс. Тимофей сел за штурвал корабля и ведет нашу яхту дальше. Тимченька, ты что, загораешь на яхте? Да? Маш, нравится тебе такое путешествие? Говори. В каюту, да? И здесь будут морепродукты всякие разные. А для Маши картошка фри, да, Маша? Вот такая красивая каюта здесь. Она такая маленькая. Маленькая каюта, да? Да. И все сюда не поместится. Все сюда не поместятся? Вот наш папа пришел, принес нам вот такая красота. Маша поела и решила потанцевать на яхте. Наше морское путешествие подходит к концу. Да. Что, плывем на берег? Да. Понравилось вам? Да. Тима когда-то в этой стране пугался, а я нет. Ну что, вы наплавались сегодня? Да. Наплавались, нанырялись, рыбок насмотрелись? И какого? Вроде как лошадок не смотрели, да, Маш?